Okay. Like bread without the meat. И эти сутки мы поживем в хостеле Цитадель, если вы не против. Потому что я только за. Салам алейкум. Погодка сегодня прекрасная, сегодня тепло, спокойно. Я даже не знаю, можно, наверное, и без палатки будет спать. Думаю, можно будет даже без палатки поспать. Так, 20, 30, 40, 50. Это цена одной ночи на крыше. Это цена одной ночи на крыше. Шалом, анишма. Hi, hello. Салам алейкум. Твенте. Соте. Оте. What is that? Алексей Василькин. Такой велосипед у меня крутой. Да, пожалуйста. Никогда не узнаете вы, что на сердце у скорбных богинь. Никогда, даже если 100 жизней прожить суждено на земле, в сотни раз испытаний на долю больше выдано им, в сотни раз. Это самое малое. Хотелось бы спеть, но спят души людей. И хотелось сказать, но опять нету слов для подобных вещей. Найдете вы там, где не надо вовсе искать никогда. Если в ваших глазах больше нет пустоты, убежать от себя невозможно, это надо понять. Убежать — это то, что хотите вы. Проснется неслышимый стон где-то в груди, запоет тихо аккордеон старый мотив.
никогда. Это больше, чем жизнь, это даже больше, чем смерть. Никогда. Это что-то вне времени, там, где теряется след. Пусть вода убегает сквозь пальцы, и можно долго смотреть, не беда. Ведь надежда все-таки синее море шумит, чайкам привет. Снова кожу позолотит новый рассвет. Друзья, что мы имеем у нас? Сегодня будет овощные штучки всякие. Я решил приготовить сегодня овощной ужин. Нет, и фруктовый тоже, фрукты будут. Фрукты тоже, чай тоже. В общем, сейчас все увидите. Чуть-чуть потерпите, конечно. Присядем на крыше, поужинаем. Знаете, когда я приехал, ну, во-первых, я приехал. Welcome in my house. Yeah, this is place very good. It's very good. Very, very good. Very good. I'm blogger. YouTube канал, you фотограф. Yeah. Алексей. You from? Caroline, from New York. New York? Yes. Very good. I'm Russian. Могла бы сама решить, играючи меж пальцев босых, скользит сияющий в глазах у самой, искрит пылающий, стоит самой окунуться в проруби, как тут же весна. В каждом выдохе волосы на щеке самой зыбким инеем пробует свои поцелуи. Туманное долгое в одной из кисти у самой оружия.